22 апреля стартует очередной 22-й чемпионат страны по футболу во второй лиге. Готовы принять старт и две слонимские команды – «Коммунальник» и «Белтрансгаз». «Газовики» в первом туре играют на выезде с «Осиповичами». «Коммунальник» на своем поле играет с гродненским «Белкардом». Игра начнется в 16 часов. Вторая лига расширилась в этом сезоне с 16 до 20 команд. Футболистам предстоит, как никогда, напряженный сезон из 38 матчей, не считая кубковых. Заключительный тур намечен на 17 ноября. Из первой лиги во вторую перейдет одна команда, из второй в первую – две. «Белтрансгаз» провел полноценную предсезонку. Особенно, кстати, оказалось собственное поле с искусственным газоном. Команда сохранила тренерский штаб в полном составе. Вместо покинувших команду игроков заключены контракты с шестью новобранцами, в том числе с бомбардиром прошлого сезона, нападающим Лиды Дмитрием Денисюком. Накануне старта чемпионата мы побеседовали с главным тренером Алексеем Шубенком. Алексей, в воскресенье стартует очередной чемпионат, в котором, как известно, опять-таки будут участвовать во второй лиге две слонимские команды. Ну, сегодня разговор о «Белтрансгазе». Как прошла подготовка и насколько команда готова? Команда приступила к тренировкам в подготовительном периоде, это 10 января. Прошли с этого периода по апрель месяц. Прошли подготовительные сборы, поучаствовали в трех турнирах. Практически, думаю, что к чемпионату мы подойдем в боевой форме и удачно стартуем, хотя у нас попалась сейчас игра на выезде, это Осиповичи. Ну, готовимся, 22 числа сезон, как говорится, покажет. Ну, во-первых, сезон будет несколько необычным. Все-таки из 16 команд стало в лиге 20. График будет очень напряженный. Наверное, все-таки физическая подготовка будет играть немалую роль. Наверное, вы правы, конечно, в определенной степени. Почему? Потому что это и начинаем на таких полях, на весенних, это тяжелый. И будем заканчивать аж 17 ноября, это уже когда, наверное, тоже будет. Поэтому марафон очень длинный. Чемпионат – это 38 игр плюс кубковые еще игры. Поэтому нагрузка, наверное, на игроков будет очень большая. Будем надеяться, что тренерскому штабу удастся вести команду по этой дистанции и дойти до финиша. Поэтому хочется сказать от имени тренерского штаба, что очень верим в каждого нашего игрока, который заявлен и выступает за команду «Белтрансгаз» в 2012 году. Ну и на финиш хотелось бы прийти. С какими планами? Планы у нас серьезные. Мы в том году заняли третье место, то в этом году будем бороться за право выхода в первую лигу. Кто покинул команду? Ну, у нас по разным обстоятельствам покинули команду вратарь Володя Демитович, вернулся домой в Березу, защитник Коля Мазур, сегодня перешедший в команду «Коммунальник». Центральный защитник Алексей Гапонов, который перешел в команду «Рудинск», вернулся домой в Минск. Центральный полузащитник – это наш молодой перспективный мальчик Ходенков Максим, который сегодня будет выступать за дубль Бобруйской «Белшины». Затем у нас покинул главный бомбардир команду Дима Гомза, перешел в команду высшей лиги, команду «Гомель», поэтому хочется от имени ребят и тренерского штаба им пожелать закрепиться на новом уровне и добиться хороших результатов и стать хорошим футболистом. Пока ему тяжело, но надеемся, что работа здесь не прошла даром и у него все будет получаться. Ну, свято место пусто не бывает. Кто их заменил? Поэтому мы в команду на сегодняшний год мы точечно приглашали футболистов, которые могут помочь именно команде для решения задачи. Начнем, наверное, с вратаря. Это Евгений Мялик, перешедший к нам из команды «Рудинск», первая лига.
Это защитник Евгений Кудаш, игравший в Сударе. Крайний защитник – это из Белкарда Дмитрий Голубев. Центральный полузащитник Кирилл Кудей из Пинской волны. Еще один крайний полузащитник – это Леша Куликов из «Березы» 2010. И на сегодняшний день связываем надежды с бомбардиром прошлогодней второй лиги. Это Дмитрий Денисюк к нам перешел из команды «Лида». Вот. Ну и, пользуясь случаем, хочется пожелать нашим двум командам, «Белтрансгаз» и команде «Коммунальник», удачного старта в этом чемпионате, прохождения чемпионата футболистам, поменьше травм, руководству терпения, ну а болельщикам приходить на стадион и болеть за наши две команды. А там, как говорится, цыплят по осени считают, и сезон все покажет. Добрый путь.